Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаю я играть во вторую готику Возвращение 2.0 Новый баланс. В этом видео я направлюсь в лагерь к охотникам и начну выполнять длинный и интересный квест под названием «Вольные охотники». Также попутно я выполню задание «Раненый зверь», «Когти шныгов», «Сопящее создание», «Стая волков-убийц», «Новый лук» и «Яйцо шныга». Помимо этого, я покажу вам, где лежат еще две очередные рунные плитки телепортации. Друзья, огромное спасибо тем, кто поддерживает канал финансово. Ссылка на донат в описании под видео. Значит, смотрите. Лагерь охотников, как всегда, во всех вторых готиках расположен на том же месте. В новом балансе со стороны фермы Анара натыкали много сильных мобов. Поэтому проще всего зайти сюда от фермы Бенгара. Возле лагеря есть камень телепортации. Есть смысл его активировать. Дальше говорю с главным охотником по имени Фальк. Эй, ты кто? И что ты тут ошиваешься? Я? Да так, просто прогуливаюсь, дышу воздухом. Малыш, здесь довольно опасно для таких слабаков, как ты. Дам тебе совет. Поищи другое место для прогулок. Снова говорю с Фальком. Ты тут за главного? Тебя это мало касается. Лучше проваливай. В третий раз говорю с Фальком. Я хочу присоединиться к вам. Хочешь стать охотником? А что ты умеешь делать? Ну, я довольно быстро всему учусь. Эх, ладно. Думаю, просто так ты от меня все равно не отстанешь. Так ты согласен принять меня? Возможно, но для начала покажи, что ты умеешь. Вот принесешь мне 3 шкуры мракориса, тогда и поговорим. Значит, смотрите, где взять 3 шкуры мракориса, я подробно рассказывал в 11-м видосе, ссылка на него появится сверху. Отдаю нужные шкуры Фальку. Я принес шкуры мракориса. Не может быть! А ты, парень, не промах. Кто бы мог подумать? Так ты согласен принять меня? Да, будь как дома. Теперь это и твой лагерь тоже. Да, еще. Выкинь те шмотки, что на тебе. У меня есть приличный комплект охотничьих доспехов. Возьми его. Фальк дал мне охотничий доспех. Но он похуже, чем моя броня призрака. В дальнейшем у Фалька можно будет обучиться делать хорошие нейтральные доспехи. У тебя есть доспехи получше? Если на продажу, то нет. Но поскольку ты один из нас, то я бы мог научить тебя делать доспехи из шкур различных животных. Давай договоримся так. Я не возьму с тебя золото за обучение, но за каждый урок я попрошу тебя принести мне какой-нибудь редкий трофей. Только он должен быть действительно редким, если ты понимаешь, о чем я говорю. Ну что, договорились? По рукам. Вот и славно. Тогда жду тебя обратно. И надеюсь, не с пустыми руками. Чтобы Фальк научил меня делать более лучшие доспехи, нужно приносить ему редкие ингредиенты. В основном их можно взять с разных монстров-боссов. Значит, смотрите, сейчас Фальк здесь за главного. Ему можно бросить вызов, чтобы возглавить лагерь охотников. Почему именно ты здесь главный? Я заправляюсь здесь всем, поскольку являюсь самым лучшим охотником в этом лагере. И что же делает тебя лучшим? Как что? В первую очередь, умение охотиться, конечно. Кроме всего прочего, в тебе должна присутствовать еще неумолимая тяга и любовь к этому ремеслу.
Ведь быть охотником — это не просто уметь метко стрелять из лука или разделывать туши животных. Охота должна стать частью тебя. В ней смысл всей моей жизни. И без нее я не представляю свое существование в этом мире. Дальше беру длинный и интересный квест «Вольные охотники». А могу я возглавить ваш лагерь? Поскольку сейчас в лагере именно я являюсь лучшим охотником, то ты можешь бросить мне вызов. После чего мы устроим охотничий поединок, который покажет, кто из нас лучший. Тогда я вызываю тебя. Одного желания тут будет недостаточно. Если ты хочешь потягаться со мной в искусстве охоты, для начала тебе следует заручиться уважением и поддержкой других охотников. Когда большинство из них выскажется в твою пользу, тогда мы и поговорим об этом. Чтобы бросить Фальку вызов, мне нужно заручиться поддержкой остальных охотников. Ну, просто нужно выполнять ихние задания. Также у Фалька можно взять еще один квестик под названием «Спор охотников» на убийство черного тролля. Кто здесь может меня чему-нибудь научить? Никлас научит тебя делать стрелы и болты. Остальные, Альфред Гром, Гаан и Гримбальд, смогут рассказать тебе, как разделывать тушки убитых тобой животных. Ведь сбор охотничьих трофеев – самая важная часть в нашем деле. К сожалению, многих ребят сейчас нет в лагере. Никлас промышляет в охотничьих угодьях, недалеко от маяка. Он у нас отвечает за регулярные поставки мяса в лагерь. Гаан находится возле прохода в долину рудников. Помнится, он выслеживал какого-то странного зверя, и явно не из этих мест. Гром околачивается возле фермы Анара. Я дал ему один очень непростой заказ. Наверное, он им до сих пор и занят. Ну а Гримбальд охотится на снайперов в северной части острова, недалеко от логова черного тролля. Мы, кстати, даже поспорили с ребятами, кто первым завалит этого монстра. Можешь поучаствовать. И что я получу, если убью его? Вот сначала убей, и тогда узнаешь. Значит, смотрите, если вы первый раз играете во вторую готику и не знаете, как справиться с разными животными и монстрами, Фальк расскажет вам об ихних повадках и как проще их мочкануть. Обязательно послушайте. На кого вы обычно охотитесь? Любая живность представляет для нас интерес, если с нее можно снять какой-нибудь ценный охотничий трофей. Волки, падальщики, снайперы или тролли. Охотиться можно на кого угодно. Главное – знать, как это делается. Расскажи мне что-нибудь об охоте. В каждом конкретном случае существуют свои некоторые особенности. Для начала ты должен знать, что каждый зверь имеет свои повадки и обладает особенной манерой поведения. Например, охота на стаю снайперов – это совершенно иное, нежели охота на стаю волков. Также надо учесть, что различные животные нападают и защищаются тоже совершенно по-разному. Если ты будешь хорошо разбираться во всем этом, то без труда сможешь справиться с любым зверем. Можешь ли ты рассказать мне еще об охоте? Я много могу рассказать о местных тварях. Что именно тебя интересует? Дальше Фальк рассказывает информацию о том, как на какое животное лучше охотиться. Очень важно, за каждую информацию по отдельным животным вы будете получать по сотке опыта. В итоге можно получить порядка больше 1000 очков. Ну, я это уже все слышал, поэтому этот диалог скипну. Дальше, чтобы возглавить лагерь и бросить Фальку вызов, мне нужно заручиться поддержкой всех охотников. Ну, нужно просто выполнять ихние задания или соответствовать определенным требованиям. Задания разные, есть сложные или есть легкие. В этом видосе я выполню легкие. Довольно-таки несложное задание у Альфреда. Он стоит здесь возле костра. Как дела?
Да вроде все ничего. Хотя в последнее время в северных лесах стало немного опасно охотиться. А что там опасного? Драгомир говорит, на него там напали скелеты. Откуда они там появились, ума не приложу. Там кроме падальщиков отродясь и вовсе никого не было, а тут... Значит, смотрите, Альфред может научить вас разделывать животных. Чем ты занимаешься? Я охотник. Живу тем, что продаю клыки да шкуры. За это хорошо платят? Если все делаешь правильно, можно сорвать неплохой куш. Главное научиться разделывать добычу. И я тебя могу научить этому, если хочешь, конечно. Я хочу научиться разделывать добычу. Если знаешь как, то с убитой твари можно снять шкуру, забрать клыки и когти. Это не так-то просто, но подобные трофеи высоко ценятся. Любой торговец с радостью купит их у тебя. Альфред может научить вас сдирать кожу с рептилий, вырывать клыки и ломать когти. За это нужно будет потратить очки ЛП и немного золота. Но это того стоит, тем более если вы силовик или ловкач. Как добываются когти? На самом деле это очень просто. Если ты знаешь, что и как делать, нужно просто отогнуть коготь вперед, только не назад. И не пытайся его выдергивать. Разумеется, в дело идут далеко не все когти. Чаще всего мы добываем их у ящериц. А если я захочу снять шкуру с рептилии? Для этой цели подходят разве что шныги да болотажоры. Нужно подрезать шкуру по краям, а дальше она слезет сама. Вот и вся наука. Как добываются клыки? Главное не сломать их. Поставь нож примерно на середину зуба, у самого основания, и, как рычагом, выковырни его. Клыки есть у волков, снайперов и мракорисов. В дальнейшем Альфред будет скуплять у вас по неплохой цене некоторые охотничьи трофеи, включая клыки и когти животных. Почему охотничьи трофеи так высоко ценятся? По разным причинам. В основном, конечно, потому что их можно использовать в качестве погонного материала для создания других вещей. Одежда, украшения, доспехи и прочая домашняя утварь. Во всем можно найти им применение. Ну а некоторым людям просто нравится их коллекционировать. Хотя это уже касается только очень редких трофеев. Кстати, если у тебя вдруг случайно заваляется парочку ненужных тебе вещей, я бы мог с радостью купить их у тебя. Естественно, я не беру все подряд. Меня интересуют только шкуры, клыки и когти. Если тебе они без надобности, приноси их сюда. О цене можешь не беспокоиться. Дороже, чем я, у тебя их все равно никто не купит. Чтобы Альфред поддержал меня в споре с Фальком, нужно выполнить его задание под названием «Стая волков-убийц». Что новенького? В лесу недалеко от таверны «Мертвая гарпия» объявилась небольшая стая волков. До недавнего времени все было вроде нормально, она не доставляла местным жителям особых хлопот. Но пару дней назад эти волки загрызли насмерть одного человека. Бедолага, видимо, имел неосторожность зайти в лес слишком далеко. А ты говорил об этом Фальку? Да, он в курсе. Более того, я с Драгомиром даже ходили в этот лес, чтобы убить этих тварей. Но, к сожалению, нам так и не удалось их выследить. Похоже, эти бестии очень хитрые, и поймать их будет совсем непросто. И что же теперь? В скором времени мы вновь собираемся поохотиться на эту стаю. А пока будем надеяться на то, что никто больше не пострадает. Понятно. Попутно можно взять еще одно задание у охотника Барема. Он тоже тусит здесь в лагере возле костра. Эй, приятель! У меня к тебе есть одно очень интересное предложение. Понимаешь, один торговец сделал мне заказ на 5 когтей шныгов. Но у меня совсем нет времени, чтобы сходить и поохотиться на этих зверей.
И ты хочешь, чтобы я принес тебе эти когти? А что я получу с этого? Ну, к сожалению, я не смогу заплатить тебе за эту работу. Мне просто самому позарез нужно золото. Но я могу дать тебе за эти когти несколько панцирей ползунов. Кстати, я слышал, что на ферме Анара один из наемников может сделать из них доспехи. Я посмотрю, что можно сделать. Вот и отлично. Тогда, если что, ты знаешь, где меня найти. Еще одно задание по пути можно взять у охотника Никса. Он тоже тусит здесь в лагере. Нужно будет помочь его раненому волку. Так ты теперь один из нас, приятель? Да, Файк принял меня в лагерь. Ну что же, тогда поздравляю. Я наверняка уверен в том, что ты не пожалеешь о своем решении присоединиться к нам. Это твоя собака? Если ты имеешь в виду Клыка, то да, моя. Хотя это и не совсем собака. Ты, быть может, и не поверишь, но Клык от рождения чистокровный волк. Лет 5 назад, во время одной своей охоты, я натолкнулся в лесу на маленького волчонка. Видимо, все его бросили, поскольку рядом с ним никого из волков не оказалось. К тому же у малыша была сломана нога, а с такой раной он стал бы легкой добычей для других зверей. В общем, я подобрал его и принес сюда, к нам в лагерь. Пришлось приложить немало усилий, чтобы его выходить. Бедолага был крайне плох и практически без сил. Но в конце концов, все стало на свои места. Нога зажила, а малыш постепенно поправился и охреп. Кстати, за то время, что он провел у нас в лагере, большинство ребят, так же как и я, очень привыкли к нему. Вот с тех пор этот волчонок и живет вместе с нами, постепенно став таким же настоящим охотником, как и все мы. Разве волк может быть охотником? Конечно, я и другие парни частенько берем его с собой в лес на охоту. Один раз он даже спас мне жизнь. Так что этот волк значит для меня намного больше, чем просто обычный зверь. Клык – мой друг. Ясно. На вид твой друг немного слабоват. Это кажется только на первый взгляд. На самом деле, Клык куда сильнее и выносливее, чем его обычные сородичи. Правда, во время последней охоты один варк тяжело ранил его. Я сделал все, что мог, но кажется, этого недостаточно, чтобы он окончательно поправился. Могу ли я чем-то помочь? Единственная мысль, которая мне приходит на ум, это обратиться к Сагите, лесной целительнице. Она живет в глубине леса за фермой Сикоба. Я знаю, где она живет. Это хорошо. Однако я не уверен в том, что и она сможет помочь Клыку. В любом случае, стоит попробовать. Хорошо. Только умоляю тебя, поспеши. Клык слабеет с каждым днем все больше и больше. Я даже и думать не хочу, что может произойти. Чтобы Никс поддержал меня в соревновании с Фальком, мне нужно помочь его волку. Для этого нужно сходить к знахарке Сагите и взять у нее специальное лечебное зелье для зверя. Значит, смотрите, очень важно. Если вы затянетесь с этим заданием, Клык умрет, и квест «Раненый зверь» будет провален. Дальше направляюсь к таверне «Мертвая гарпия». Значит, смотрите, после диалога с Альфредом, стая волков-убийц появится недалеко от таверны, возле сгоревшего дома. Волки, в принципе, довольно-таки сильны. Если не сможете с ними справиться, агрите их на посетителей таверны. Дальше направляюсь в пещеру к знахарке Сагите за лекарством для Клыка. Очень важно, у Сагиты можно и подхилиться. Если что, напоминаю, что ее пещера находится вот здесь, вот это место на карте.
Я... Вылечи меня. Давай посмотрим, что там у тебя. Моя мазь в момент заживит все твои раны. Ты знаешь охотника по имени Никс? Да, знаю. Он частенько ко мне заходит, когда охотится в здешних местах. Зачем? Обычно его интересуют различные настойки, приготовленные мной из лекарственных трав. А почему ты спрашиваешь? У него случилось несчастье. Что произошло? Во время последней охоты его волка по имени Клык сильно ранили, и теперь он находится в очень тяжелом состоянии. Мне нужна пара стеблей болотной травы, лечебный корень, лесная ягода. И вдобавок ко всему этому, царский щавель. Принеси мне эти травы, и я незамедлительно сварю тебе зелье для Клыка. Хорошо. Я постараюсь достать тебе все то, о чем ты просишь. В принципе, со всеми необходимыми травами проблем не будет, кроме царского щавля. Если что, это растение продается тут же у Сагиты. Ближайший халявный царский щавель растет за маяком Джека. Я достал тебе травы. Молодец, давай их сюда. Я сварю заключебные зелья для Клыка. Вот, держи. Хорошо, теперь подожди минутку. Болотная трава, корень. Готово. Вот и все, зелье готово. Возьми его. И что дальше? Теперь слушай внимательно и запоминай. Для начала необходимо тщательно промыть рану Клыка, а потом обработать ее этим зельем. Дальше можно побежать и крафтануть 5 когтей шныга по заданию охотника Барема. Неплохая стая шныгов пасется по пути к ферме Бенгара. В принципе, противники они не сильные. И тактика боя с ними довольно-таки простая. Значит, смотрите, на полянке, где паслись шныги, есть могила неизвестного рыцаря. В могиле находятся разные вещи, включая череп. Кажется, один череп, как ингредиент, будет нужен по квесту «Магия Гуру», кажется, в 3-й или 4-й главе. Дальше иду к Барему, отдаю ему когти шныгов. Значит, смотрите, важно! Этого будет недостаточно, чтобы он поддержал вас. Эй, ты! Я принес тебе когти шныгов. Отличная работа, малыш. А вот твои панцири ползунов, как и договаривались. И, кстати, я вспомнил имя того наемника, который делает из них доспехи. Его зовут Волк. Поговори с ним, может быть, он и для тебя сделает такие.
Дальше говорю с Никсом, отдаю ему снадобья для лечения клыка. Я принес лекарство для твоего волка. Правда? Думаешь, оно действительно поможет ему? А что нужно делать? Нужно обработать его рану этим настоем из трав, что она дала. Ладно, давай сюда это лекарство. Вот, держи. Хорошо, теперь я обработаю рану. Все, надеюсь, это поможет. Значит, смотрите, клык выздоровеет через сутки. Поэтому поговорить с Никсом и получить награду можно будет на следующий день. Эй, ты! Дальше говорю Альфреду, что я уничтожил стаю волков. Это будет вполне достаточно для его поддержки в моем состязании с Фальком. Я расправился со стаей волков. Неужели? Совсем неплохо. Хотя это было очень рискованно с твоей стороны, одному охотиться на целую стаю. Ну ладно, в таком случае позволь мне тебя отблагодарить за то, что ты сделал. Вот, возьми эти три рога Мракориса в качестве награды. Спасибо. Я хочу бросить вызов Фальку. Правда? Это очень смело с твоей стороны. Фальк один из самых лучших охотников, которых мне вообще приходилось встречать. Так что я не думаю, что у тебя будет много шансов победить его. Но я все-таки попробую это сделать. Правда, для начала мне нужно завоевать уважение большинства охотников в этом лагере. И по всей видимости, ты хочешь поинтересоваться и моим мнением по этому поводу, верно? Да, было бы неплохо узнать, что ты думаешь. Ну что касается меня, то ты его вполне заслужил. То, что ты в одиночку разобрался с целой стаей волков-убийц, уже говорит о многом. То есть я могу рассчитывать на твой голос? Можешь. Хотя навряд ли он тебе поможет в поединке с Фальком. Но все равно хочу пожелать тебе удачи. Помимо охотников, которые находятся в лагере, есть такие, которые отправились сейчас на охоту. Один из них – охотник Ган. В данный момент стоит он на дороге недалеко от фермы Бенгара, возле моста. Вот это место на карте. Значит, смотрите, Ган тоже может научить вас разделывать животных. Эй! Кто ты? Меня зовут Ган. Я охотник и работаю на Бенгара, фермера, владеющего этими высокогорными пастбищами. Я провожу большую часть времени на природе, греясь на солнце. А мне казалось, что все парни из лагеря – вольные охотники. Конечно. Но от лишних золотых монет я тоже не собираюсь отказываться. Да и работа у меня не особо пыльная. Понятно. Ган состоит в кольце воды. И если у вас на руке есть соответствующее кольцо, можно получить сотню опыта. Почему у тебя такой подозрительный взгляд? Ты носишь наше аквамариновое кольцо. Ты принадлежишь кольцу воды? Именно так. Приятно видеть в наших рядах нового человека. В чем заключаются твои обязанности в этом обществе? Я наблюдаю за проходом и сообщаю, кто приходит и кто уходит. Впрочем, с тех пор, как паладины приказали закрыть ворота прохода, людей здесь немного. Ган может обучить вас разделывать кровавых мух. Ты можешь научить меня охотиться? Нет проблем. За 100 золотых монет я могу показать тебе, как выпотрошить животных, которых ты убьешь. Шкуры и другие трофеи можно выгодно продать на рынке. Вот. 100 золотых монет за твой опыт по разделыванию животных. Спасибо. Теперь говори, что ты хочешь. Чему ты можешь обучить меня? Это зависит от того, что ты уже знаешь. Лучше всего отделить крылья кровавой мухи, отрубив их ударом острого ножа как можно ближе к телу.
нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить нежную ткань крыльев. Они не будут ничего стоить, если ты повредишь их. У этих мух есть мягкое место на спине. Если нажать там, жало выдвинется очень далеко, и ты сможешь вырезать его при помощи ножа. Значит, смотрите, чтобы Ган поддержал меня для соревнования с Фальком, нужно выполнить его квест «Сопящее создание». Как охота? Последнее животное, которое мне удалось убить, была большая крыса. Дела идут совсем плохо. Вот уже несколько дней какой-то фыркающий зверь бродит здесь. Он не только убивает все, что движется, он мешает моей работе. А как выглядит этот опасный зверь? Я точно не знаю. Я только слышал фырканье и скрежет его когтей. Но видел, что он может сделать. Даже волки боятся его. Этот зверь как-то оторвал одному волку голову. Откуда пришел этот коварный зверь? Откуда-то издалека. Может быть, из долины рудников. Но я не знаю этого точно. Я никогда не был в долине рудников. Сколько ты заплатишь, если я убью этого зверя для тебя? Я бы отдал тому, кто убьет этого зверя, все, что у меня есть. 30 золотых монет. Зверь, который так мешает Гану охотиться, это молодой драконий снайпер. После диалога с охотником он появится возле забора лагеря братства, по пути к проходу в логово Масиаф. Иннас! Значит, смотрите, противник он не сильный. Справиться с ним, ну, в принципе, вообще легко. Вообще, глорхи и снайперы сильны только когда нападают стаей. Дальше возвращаюсь к Гану. Он будет стоять немножко дальше, между мостом и фермой Бенгара. Говорю, что его охотничьи угодья теперь свободны, и прошу его поддержку, чтобы бросить вызов Фальку. Этот ужасный зверь мертв, я полагаю. Теперь я опять могу охотиться спокойно. Вот деньги, что я обещал. Я хочу бросить Фальку вызов. А что ты хочешь от меня? Мне нужно заручиться поддержкой большинства охотников, поэтому я и обратился к тебе. Ты хочешь получить мой голос? Да. Ну что же, ты убил фыркающую тварь. Ты действительно хороший охотник. Если Фальк спросит меня, то я проголосую за тебя. На данном этапе игры можно выполнить еще один несложный квест под названием «Новый лук». Задание дает охотник по имени Рафа. Он сидит в лагере. Эй! Эй! Теперь ты один из нас, малыш. Ты чем-то расстроен? Эх, приятель, все дело в моем луке. Понимаешь, во время последней охоты он дал трещину и теперь стал ни на что не годен. Может, я смогу принести тебе какой-нибудь новый лук? Ты действительно можешь достать мне новый лук? Это было бы здорово. Правда, мне не подойдет просто обычный лук. А какой же именно лук тебе нужен? Ну, его редко можно встретить в продаже. Лук, что я хочу, сделан из разных пород древесины. Торговцы обычно называют его составным. Если сможешь достать его для меня, то я покажу тебе несколько приемов стрельбы, которым тебя больше никто не научит. Лук, который необходим охотнику Рафе, называется составной. Его можно купить у торговцев, но есть место, где лук можно взять на халяву. От таверны «Мертвая гарпия» идем прямо по дороге, к мосту, на котором сидят бандиты. Oh!
перед мостом поворачиваем налево и идем между скалами. С правой стороны будет пожарище с сожженными домами и разбитыми телегами. Вокруг пасется стайка варанов. В одном из сгоревших домов стоит сундук. Начнем заново. В нем и запертый нужный составной лук. Колющий урон у этого лука 60. Значит, смотрите, не спешите идти дальше. Здесь за углом есть секретное место. Его охраняет огромный варан. Он немного сильнее, чем обычный. Ну, в принципе, тактика боя и возможность с ним справиться такая же. Варан охранял очередную рунную плитку телепортации. Вот это место на карте. Забираю ее. Здесь же рядом, слева, лежит свиток Святой Стрелы. Дальше возвращаюсь к охотнику Рафи. Значит, смотрите, этого задания будет недостаточно, чтобы он поддержал вас для состязания с Фальком. Эй, ты! Я достал тебе новый лук. Правда? Покажи. Вот, держи. Да, это тот самый. Теперь я наконец-то смогу отправиться на охоту. А как насчет нескольких приемов стрельбы, которым ты обещал меня научить? Конечно. Слушай внимательно. В следующий раз, когда будешь целиться, постарайся предугадать траекторию полета стрелы относительно твоей цели. Если сделаешь все правильно, ты будешь намного реже промахиваться. Запомнил? А теперь иди, тренируйся. Лучше всего закреплять полученные тобой знания на практике. Значит, смотрите, у Рафы можно взять еще одно задание под названием «Яйцо Шныга». Есть интересные новости? Интересные вещи есть всегда. Вот, например, недавно я охотился на одного Шныга. Понимаешь, я уже долгое время пытаюсь добыть хотя бы одно яйцо этих существ. Но вот как раз тут и возникает проблема. Обычно Шныг не очень серьезный противник для опытного охотника. Однако, когда дело касается их потомства, Шныги очень надежно охраняют свое гнездо и отчаянно защищаются от незваных гостей. Оказывается, во время кладки яиц Шныг становится чрезвычайно сильным и опасным созданием. Я как-то пробовал завалить одного такого. Представляешь, эта тварь оказалась настолько сильной, что я даже не смог нанести ей хоть какие-то серьезные повреждения. После диалога с Рафой, нужный Шных и яйцо появятся за рекой, недалеко от пещеры Сагиты. Перебраться туда можно по бревну. Проще всего загнать старого Шныга в воду и расстрелять из арбалета или лука. Вот нужное местоположение на карте. Яйцо лежит в гнезде за рекою. Ну, тут такая еще ситуация. Здесь пасется здоровенный паук, который запросто бегает по воде. Значит, смотрите, в новом балансе сделали такую мульку: если на вас кто-то сагрился, предмет вы поднять не сможете, поэтому паука придется убивать.
Проще всего расстрелять его вот с этого камня. Здесь за камнем как раз секретная нычка. На земле лежит свиток сна и несколько буханок ценного хлеба. Нужное яйцо шныга находится чуть дальше. Значит, смотрите, очень важно, если пойти дальше по над скалой, там есть еще одно секретное место. В кустах лежит очередная древняя рунная плитка телепортации. Ее охраняет такой же гигантский паук и парочка мертвых шныгов. Паука точно так же можно расстрелять с камня, со шныгами справиться будет несложно. Вот местоположение древней рунной плитки телепортации на карте. Вот ориентировка по сторонам. Забираю плитку. Дальше возвращаюсь к охотнику Рафи и отдаю ему яйцо. Значит, смотрите, очень важно, этого тоже будет недостаточно, чтобы он поддержал вас. Чтобы Рафа дал свое согласие на ваше соревнование с Фальком, ваше владение луком должно быть не меньше 30 или 40, точно не помню. Эй! У меня есть яйцо шныга. Правда? Ух ты, это и вправду оно. Но где ты его нашел? Это не так уж и важно. Однако ты был прав. Шнык, охранявший его, был куда сильнее, чем обычные. Ты что, дрался с ним? Да, я его убил. Ха, так ты еще и прикончил его. Вот это да. Не думал, что тебе это будет по силам. Возьми эту небольшую награду за свои труды. Думаю, ты ее вполне заслужил. Спасибо. Значит, смотрите, в отличие от арбалета, у лука нету изначального пробития. При определенных условиях только Рафа может вас этому обучить. Мне нужен твой совет. Какой именно? Понимаешь, иногда, стреляя из лука, я не могу причинить некоторым существам ни малейшего вреда. А, вот ты о чем. Ха, можешь не продолжать. Я уже понял, к чему ты клонишь. Безусловно, это большая проблема для того, кто привык пользоваться исключительно луком. Однако существует несколько приемов стрельбы, при которых твои выстрелы начнут пробивать любые доспехи и даже самую прочную шкуру. А ты можешь меня этому научить? А зачем тебе это? Ты больше похож на того, кто сражается мечом, а не луком. И что с того? Знаешь, я просто не хочу терять свое время. Сначала научись более-менее сносно стрелять из лука. Ловкости поднаберись, тогда и поговорим. Чтобы Рафа обучил вас пробитию, ваш навык владения луком должен быть не меньше 50. К тому же, не знаю, сколько стоит это обучение в новом балансе. В альтернативном балансе оно стоило порядка 20-30 очков ЛП. Не помню точно. Это, конечно, немало, но того стоит. У охотника Рафы в продаже есть классные вещи. Где мне достать хороший лук? Ты пришел куда надо. Я подберу для тебя отличный лук. Покажи мне, что у тебя есть. В продаже у Рафы спальный мешок, который можно будет потом взять на халяву. Также здесь различные пояса и большое количество луков. Луки классные, и если вы лучник, есть смысл их покупать. Дальше иду и сплю до утра. Убирайся с моей кровати! В доме на столе разный хавчик. Значит, смотрите, на тумбочке лежит ивовый лук и шкура тролля. Две шкуры тролля нужны будут по квесту охотника Грома.
Так что, если что, если вы слабо прокачаны, одну из шкур можно будет взять здесь. Через сутки иду и говорю с охотником Никсом. Его волк-клык уже выздоровел. В награду получаю эликсир жизни. Эй, приятель! Что? Благодаря нашим с тобой усилиям и лекарству Сагиты, рана клыка уже затянулась, и он пошел на поправку. Так что я хочу от всей души поблагодарить тебя за то, что ты помог мне его вылечить. Вот, возьми эту вещицу в качестве моей благодарности. Клык – неплохой напарник для боя со слабыми мобами. Через пару дней его можно будет взять с собой на охоту. Когда теперь на охоту? Не знаю, приятель. У меня пока дел хватает и в лагере. Кстати, если вдруг сам соберешься поохотиться, то можешь захватить с собой клыка. Заодно и увидишь, на что он способен. Правда, прямо сейчас этого лучше не делать. Пусть клык окончательно поправится. Ну а через пару дней... Хорошо, я подумаю над этим. После этого Никс поддержит меня в споре с Фальком. Мне нужна твоя помощь. И какая же именно? Я собираюсь вызвать Фалька на поединок, но для этого я должен заручиться поддержкой большинства охотников. Могу ли я рассчитывать на твой голос? Конечно, приятель. Ведь ты помог мне выходить клыка, а таких вещей я никогда не забываю. Так что можешь смело идти к Фальку и сказать, что я поддерживаю тебя. Ну и давайте напоследок выполним самый легкий квестик. Гильдия охотников – это задание охотника Николаса. Я уже общался с ним в 14-м видосе. Ссылка на видео появится сверху. Николас научил меня изготавливать болты для арбалета. Точно так же он может научить вас изготавливать стрелы из лука, если вы лучник. Вот место дислокации охотника на карте. Эй! Мне нужна твоя помощь. И почему вдруг она тебе понадобилась? Я хочу поспорить с Фальком за звание лучшего охотника в лагере. Зачем тебе это, парень? Фальк очень опытный охотник, и навряд ли ты сможешь его победить. Я все-таки попробую. Ладно, как скажешь. Но для начала окажи мне одну небольшую услугу. Моя последняя охота была не слишком удачной. Мне не удалось добыть и половины требуемого количества мяса для парней в лагере. Так что если сможешь достать для меня хотя бы дюжину свежих кусков, то считай, что мое согласие у тебя в кармане. К тому же тем самым ты еще и докажешь мне, что являешься неплохим охотником. Ну как, согласен? Ну, я думаю, с 12 кусками сырого мяса ни у кого проблем не будет. Вот твое мясо. Отлично, парень. Похоже, ты действительно неплохой охотник. Как теперь насчет твоего согласия? Хорошо, я поддержу тебя в споре с Фальком, как и обещал. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Следующие задания вольных охотников посложнее. Поэтому прежде чем их выполнять, хотелось бы обзавестись более-менее нормальной броней. В следующем видео я пойду собирать части орнамента и вступлю в Братство Кольца. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. Всем до свидания.